Вот еще одна. Ты что, смотри, что делает. Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Я нахожусь в своей домашней реке. Речка недалеко от дома. Ну, вы, в принципе, кто смотрит мои видео, знаете эту речку уже. Здесь довольно интересные такие условия. Вот. И по этим условиям, а у меня в руках, как вы видите, маховая удочка. И по этим условиям эта снасть отлично работает. Что я сегодня буду делать? Сегодня, ребята, будет тенкара. Об этой снасти я расскажу чуть позже. Что могу сказать? Здесь я уже пару дней, потому что пытаюсь поймать одну рыбу, но никак не получается. Не знаю, поймаю или нет. Суть не в этом. Суть в том, что я тестирую снасть тенкара. Довольно интересная снасть. Сразу скажу, что, в принципе, она очень здесь эффективна. Ну, собственно, что говорить? Давайте рыбалить. Друзья, до точки мне ехать 15 минут. Вот я уже, в принципе, подъехал. Буквально осталось тут 300 метров. И я встану на паркинг и начну переодеваться. Вот. Сегодня будет очень интересная рыбалка. Я надеюсь, что вам она понравится. Потому что это будет непривычный спиннинг, как это обычно со мной бывает. Да, а это будет новая снасть. Ну, что, мы встретимся с вами на точке, наверное. И там я уже все вам расскажу. Вот я уже приехал. Сейчас покажу. О, тут паркинг, все дела. А тут нормально, вот так вот встану. Вон туда в тенечек. Вот такая вот погода, друзья. Кто там жалуется из вас? У нас дожди, у нас, блин, то, у нас, блин, все. Вон, посмотрите, ливень. Я иду на рыбалку. Ну ладно, друзья, это второй день. Первый день я сюда приходил, рыбалил с довольно известными нахлыстовиками здесь местными. Вот, одного зовут Дони, Дони Ван, и его друг. Вот. Ну, цель была не сколько рыба, сколько вот эта палочка, которая сейчас у меня в руках. Это тенкара, друзья, это тенкара, то есть это маховая удочка. Очень интересная оснастка и очень интересную рыбу на нее можно поймать. В принципе, все стандартно, что могу сказать. Давайте посмотрим, как это было в первый день, ну а потом вернемся в дождь и посмотрим, что будет ловиться сегодня. Что-то мне в последнее время не сильно везет на рыбалке. Уже там вот четвертый раз на море выходил, в общем, по нулям там, ну, была поклевка. Полжеса откусили, как бы, да, и все. Ко мне присоединится еще один рыбак, его зовут Дони. Дони Вон. Это один из, там, буквально первых рыбаков, с которым я познакомился на Тайване. Он там сам мушки вяжет. Ну, такой флайфишер чистый. Интересный дядька. Ну, вот, друзья, я на месте. Вода низкая. Вот, это значит, что скоро будет прилив. То есть, в принципе, о... Ребята уже вон ловят вовсю. Ну что, побежали. Тюльк. Няу-няу. Дел там? Моего. Нога. Тенкара. А, тенкара. О, найс, найс. О, дяйо, дяйо, дяйо. Дяйо.
так как, друзья, танкара — это все-таки такая более снасть под сухие мушки, вот, а я вот сделаю такую подгрузочку, вот, потому что мне желательно, чтобы моя приманка опускалась полностью до дна, хотя она тоже подгружена, но, видимо, не хватает, течение все-таки пока большое. Вот, и теперь я чувствую дно. Теперь то, что нужно. Так, ну утро опять начинается с коня губаря, друзья. Мелкий, иди. О, а! Была, ребята, большая. Эх. Так, друзья, ну пока прилива еще нету, на травяную мушку что-то плохо клюет. Я решил поставить обычную сухую. Вот, сейчас проводочку попробую. Вау, вау, вау! Что-то хорошее, ребята. Кефаль. Черная кефаль, друзья. Вот такая вот кефалина. Да, ребятушки, поклевосик. Тилапия. И мушка. Иди. Сейчас, друзья, постепенно течение снижается, начинает повышаться уровень. Вот. Я уже просто прекращаю делать проводку. Держу удочку вот так вот по течению. У меня там болтается мушка, и я получаю там периодически поклевки. Очень интересно. Какая-то мелкая рыбешка, видимо, колбасит. Но удары прям в руку. Сейчас я еще минуток 5. Ух ты! Какая поклевка была. Сейчас я еще минут 5, наверное, так вот стою и перейду на травяную мушку. Вот это да! Какая хорошая тилапия присела. Вот это да! Зарот.
Все как положено. Травяная мушка сработала. Огромная тилапия. О, какая. Друзья, смотрите. Иди. Фух. Ух ты! Есть! Есть, друзья! Да, это просто вообще нереально! Как будто там киложка. Друзья, тилапия, мушка, ну нормально, танкара. Что-то губари сегодня, ребята, преследуют прям. Так, ну-ка, не хочу тебя брать. Мушка травяная, иди. Итак, друзья, немножко теории про такую снасть, как танкара. Зачем вообще она нужна, как бы, да, и почему, ну, она иногда довольно эффективна. Значит, ну, не имеет смысла ее, естественно, использовать там где-то на озерах. Хотя, в принципе, возможно. Вот, не имеет смысла ее использовать на больших реках с большим течением, потому что, ну, не будет, в общем-то, ловиться рыба. Или она будет не очень эффективна. Вот. Танкара эффективна на малых речках, на малых ручьях, где небольшое течение. То есть без течения этой снастью ловить практически невозможно. Вот. Почему? Потому что это
рыбалка в проводку. То есть, будь то это сухая мушка, да, будь то это мокрая мушка, не суть важно. Все равно будет какая-то проводка. И проводка это не как у спиннинга, да, как бы на себя, а проводка по течению. То есть, закинул чуть вверх по течению и, грубо говоря, провел. Значит, для больших рек это, знаете, как я уже сказал, особого смысла не имеет. На больших реках используют более тяжелые снасти, называется это керью. Если тенкара это там 3,5-4,5 метра удочка, да, то керью там и 9 метров тоже может быть, как вот удочка для айю. Они очень похожи, но айю она немножко как бы более мягкая, более легкое удилище. То есть керри это более тяжелое для больших лососевых рыб на самом деле. Чем отличается тенкара удочка от других? Да в принципе ничем. На самом деле можно использовать маховую удочку 4,5 метра без проблем. Значит, у тенкара всегда вот эта часть пробковая, да, ручка. Хоть мне это не очень нравится. Тем не менее, значит, вот эта вот удочка от Дайва у меня, она универсальная, она 4 и 4,5, то есть здесь одно колено, оно как бы фиксируется. Вот, то есть я могу сделать поменьше, могу сделать подлиннее, но 4,5, мне кажется, это вот такой самый оптимальный вариант. Ну, все, ребята, от условий. Да, значит, самое главное, ребята, тенкара, это шнур. Почему? Потому что шнур является грузилом, то есть без шнура вы просто не забросите приманку. То есть приманка легкая, здесь у меня в данном случае я ловлю как бы на довольно тяжелую приманочку, это там может где-то полграмма, может даже побольше. Вот. Но в принципе, если там использовать микромушки сухие, как бы, да, то их ну, невозможно забросить, соответственно шнур является грузилом. В принципе шнур делается, там настоящий шнур, как бы японцы делают из конского волоса, да, но как бы сейчас шнур, короче, проще купить, вот, потому что самому вязать шнур это, сами понимаете, особо нереально. Я оставлю ссылку на AliExpress, вот. Хороший шнур, нормально забрасывает приманку, то есть проблем нету. Ну вот, собственно, и все. Вот такая снасть вот очень интересная по своим условиям, как я уже сказал, она очень эффективна, вот. Ну собственно, попробуйте. То есть возьмите обычную маховую удочку 3,5-4 метра по вашим условиям, какая лучше подойдет. И можете даже мормушки вешать, там небольшие мушки. Можете подгружать грузиком. То есть это тоже, в принципе, не воспрещается, как я это и делаю. То есть я вот грузиком немножко подгрузил, как бы, да, и у меня вот на этом течении оно стелется по дну, что мне, собственно, и нужно. Вот. Потому что целевая рыба у меня, она держится ближе ко дну. Так что вот так вот. Проводка, друзья, с тенкара максимально простая. Глубина здесь на стремнинке небольшая, вот. Плюс у меня это подгрузка еще. Ну, то есть как бы забросил. Мушка летит хорошо. Даже без подгрузки она будет лететь хорошо, потому что шнур довольно тяжелый. Это именно специальный шнур тенкара. Вот. Ну и вот по дну я ее провожу, она там шебуршит по дну, цепляет. Ну все, собственно, все, то есть еще одна проводка. Еще как вариант можно делать следующее. Зацеп небольшой. Можно делать следующее, то есть довел до конца, да, то есть она начинает вот так вот там в толще воды теребонькаться, мушка. Вот я довел. Чуть-чуть к себе пододвинул. Отпустил, она опять пошла. И вот так вот тоже можно несколько раз сделать в конце проводки. Иногда это срабатывает. О, какая, смотрите, сорока-воровка. Т-1.
Так, заходим, друзья, на точку. Ливень продолжается. Ну что, как вам? Понравилась первая часть видео? Сейчас начнется вторая очередь такое. Какие-то плоды. Не знаю, что сегодня получится из всего этого дела. Вот, но скоро опять прилив. Пока низкая вода. Вот, я решил приехать. Но по идее, вроде как, дождь должен закончиться скоро. Вот, это радует. Ну и, естественно, народ сегодня не будет никого. Это тоже клево. Будет свободно. Никто не будет мешать. Ну, а мы с вами половим спокойно. Вот мой любимый перекатик. Фу, пришли. Так, ну и с прошлого раза, в общем-то, я ничего менять не собираюсь. Все абсолютно то же самое. Ловим на ту же самую оснастку. Вот он, первый. Хорошее что-то село. Опа! Конек, губарек, травяная мушка. Опа! И сам конек-губарек. Иди. Ну ладно, взял прям в стремнине. Это такая придонная рыба, она питается со дна, поэтому пришлось огрузить. Течение очень-очень сильное сегодня. Видимо, дожди, как бы воды больше. Огрузил сейчас нормально, по дну прям. Ну, я прям чувствую, как грузик по дну шкрябает. Да, друзья, проводка очень похожа на проводку на реке Селман, когда я был ловил форель, пытался поймать чавычу и кунжу. Вот. Ну, проводка очень похожа, очень похожа. Вот. Единственное, что там ребята пользовали нахлыст. Ну, якобы нахлыст, потому что там все равно грузики были нормальные. Там, по 6, по 8 грамм примерно. Вот. Потому что течение там было гораздо серьезнее. Здесь течение меньше, но все равно. То есть я сейчас вот грузик поставил грамм, и, в принципе, грамм нормально. Вот. А я к тому, что проводка очень похожа. То есть я закинул и вот бью по камешкам. А приманка где-то там болтается вот, в придонном слое. В принципе, довольно эффективно получается. Опа! Закинул. Да, течение, конечно. И вот она стала тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ох! Что-то такое прям было сейчас. Ух ты, ух ты, ух ты! Опа! Так. Мелкая тилапия нас посетила. О! Какая! Иди. Опа, опа, опа. О, хорошая. Тилапия хорошая. Так, друзья. И все-таки, друзья, спиннинг в этом плане, конечно, удобнее. Что не скажи. А
спиннинг. Смотрите, как загибает мне, да? Я бы уже давно ее припарковал. Это тиляпия. Ну, слушайте, большая тиляпия. Хорошая, сейчас покажу. Опа! О, какая! Вот это да! Хорошая! Вот такие вот здесь монстры водятся. Хорошая тиляпия. Такая грамм, наверное, на 600. Вот, спиннингом, конечно, я бы ее быстро связал, вот, но с тенкарой похуже, да, то есть спиннинг все-таки проще. Так что вот тенкар работает, работает по этим условиям, то есть все как бы, все в этом плане хорошо, то есть я счастлив. Рыбалим! Все, иди. Хе-хе-хе, да. Ну, что еще сказать про тенкара, друзья? У нее есть как минусы, так и плюсы. Вот. То есть минусы, очевидные минусы в том, что на вываживании гораздо сложнее, чем спиннинг, да. Ну а плюсы, конечно же, в проводке. То есть ничего не нужно, никаких душек откидывать, да, никаких забросов. Тут простейшая проводка, простейший заброс, маховая удочка. Вытащил, забросил. Провел, вытащил, забросил. То есть очень просто, очень быстро. Вот, то есть со спиннингом, конечно, чуть-чуть подольше это получается. Вот. Но опять же, все от условий. А минус, конечно, большой минус. Я все-таки считаю, что спиннинг в этом плане он лучше, потому что он короче. Вот, он короче, и вываживание на спиннинге удобнее. Вот, то есть здесь удочка длинная, хоть она и хорошо вяжет рыбу, но все равно. Все равно большая рыба попадется, вот, ну. Он ее связывает, конечно, все хорошо, но эту рыбу можно будет держать там минут 10, вот, пока она устанет, и потом ее кое-как подвести к подсадчику. В общем, еще попробую в этот подсадчик заведи. Я имею в виду, если не трогать леску, да, если не трогать шнур, а чисто руку назад отвел, да, и жди, в общем, пока она устанет. Потихонечку ее подведи к подсадчику. Ну, сложнее, короче. Вот. Ну, еще какой плюс у тенкара? В том, что ничего не нужно, то есть с собой минимум. Вот. Мушка, там набор мушек, грубо говоря, да, кусочек флюра, с собой катушечку флюра, да, тоненького. И пошел. Хорошая снасть, эффективная, мне как бы, ну, мне вот 50 на 50, я все-таки к спиннингу больше, потому что со спиннингом можно делать, в принципе, то же самое, что я сейчас делаю, единственное, что да, вот я хотел именно попробовать тенкара по этим условиям. То есть как оно вообще? Вот. Я ловил тенкара на, значит, на Дальнем Востоке по хорюзочке. Очень отлично. То есть, ну, когда с ребятами ходил там, они ловили именно на тенкара. И очень эффективная снасть. Ну, вот. Мелкий хариус на мушке прям кидался. Вот. Но у них были мушки прям маленькие-маленькие. Это кибари. Поверхностные мухи сухие. Вот. Сейчас-то я как бы, ну, у меня немножко другая муха, у меня муха тяжелая, мокрая муха, которая я еще плюс подгрузил, она у меня сейчас по дну все стелится, поэтому немножко другой. Но все равно условия на самом деле похожи, то есть примерно такая же струя, такой же потяг, вот очень похоже все. Вот. И вот по этим условиям, конечно, тенкара хорошо работает. Ну, я к тому, что я как бы, ну, 50 на 50, то есть мне вот и нравится, и кое-что не нравится. Вот. Так что просто вам рассказываю как бы свое мнение об этой снасти. Да, ребят, еще один минус тенкара — это не такой вот контроль проводки, как на спиннинге. То есть не всегда здесь шнур натянут полностью, не всегда поклевка будет чувствоваться прям в руку. Вот, если спиннинг я даже использую бомбарду, да, с мушкой, я все равно там натяг какой-никакой есть, а здесь все-таки. Ну, в целом, конечно, прикольная снасть. Ну, а вы, друзья, напишите в комментариях, как вообще вам эта снасть. Может, вы ее пробовали уже? Как она по вашим условиям? Зайдет? Нет? Ну, мне, в общем-то, в принципе, понравилось. Так что пишите. Вообще, ребят, для тенкара используются мушки, так называемые кибари. Вот они у меня есть тут. Вот такого типа.
Вот, это считается сухая мушка, но я сейчас ловлю как бы другую рыбу. Вот, поэтому эти мушки они не будут эффективны. Я ловлю сейчас на травяную муху. Точнее, они будут эффективны, конечно, но не по той рыбе, которую я хочу поймать. Вот, здесь обитает одна очень интересная рыбка, ребята. Никак мне не удается ее поймать. Вот, когда русло здесь было другое, там был один момент, где вот водопад сейчас, да? Вот, там было русло поглубже, и когда вода поднималась, до этой рыбы приходила. У меня была там одна поклевка этой рыбы. Я ее держал, уже почти вытащил, и сошла она у меня. Я вот сейчас все в надежде поймать именно ее. Именно поэтому у меня стоит травяная мушка. Ух ты, ух ты, ух ты! О! Тиляпия, тиляпия! Да неплохая. Опа. Ну во, еще одна. Еще одна. Хе-хе-хе. Теляпушка. Работает снасть-то, смотрите. Какая теляпушка. Иди. Ух ты. Что-то село, друзья. Что-то, ребятушки, село. Тиляпия. Опа. Ну, тоже ничего. Ну, тоже ничего. Фу. Вот, друзья. Сегодня прям что-то день теляпи. Иди. Опа. Вот еще одна. Вот это что-то хорошее. О, как давит, давит, давит. Ух ты, ничего себе. О, ни хрена себе, ребята. Почти килосная теляпия, наверное. Вот это да, друзья. Смотрите, какая. Иди. Слушайте, ну, да, ребята, явно по такой воде рыба сюда подходит большая. Вот сейчас, как вы видите, полный прилив. Да, то есть течение замедлило совсем. Я убрал дополнительный грузик. Да, и привязал еще одну мушку. Ну, просто как бы, чтобы иметь больше шансов. Вот, то есть две травяных мушки у меня сейчас. Вот, ну и, в общем, проводка остается абсолютно та же. Единственное, что я не всегда касаюсь дна. Вот, ну, хотя стараюсь это делать. И, в принципе, иногда даже чувствую, что дна я касаюсь. Хорошо ложатся мухи, если вы видите. Заброс такой получается прям четенький. То есть 9 метров точно я кидаю. Вот, плюс рука. Ах ты! Что-то дернуло. Что-то дернуло. Ух ты! Ух ты! Что-то мне сегодня везет на теляпию. Хорошая! Хорошая, хорошая! Опа! О, какая! Ребятушки! Опа! О,
полосатая. Смотрите, друзья. Нильская тиляпия. Где? Тут есть несколько видов. Нильская есть, есть мозамбикская. И есть тиляпия жилии. Вот та, что полосатая, это нильская тиляпия. Мозамбикская, она такая почти черная, такая темная. А тиляпия жили, она такая цветная, больше в желтый отдает. Такая более красочная. Вот еще одна. Ты что, смотри, что делает. Это кефаль. Это, друзья, кефаль. Ова. И отвалилась. Вот как, ребятушки. Вон какая. Где? О, еще поклевочка. Кто? А, опять тиляпия. Оба. Вот это поклевка была сейчас. Причем такая четкая поклевка. Бэмс. Так, 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 так. Тут сумасшедшая тиляпия какая-то. Совсем какая-то психованная. Иди. Оба, оба, оба. Поклевос, поклевос. И что-то хорошее. Вот это. Вот это тиляпия опять. Фух. Монстры сегодня клюют просто тиляпские. Опа. Фу. Жесть какая-то. Огромные какие-то тиляпии стали клевать. Давно таких не видывал. Вы видели, друзья? О, какая. Прикольная, да? Так, друзья, ну все, собираюсь потихонечку. Рыбалочка получилась, в принципе. Тенкара. Ну, оказалась довольно эффективная снасть. Именно по вот таким условиям. Да, где не нужен там супер дальний заброс. Вот. Снасть хорошая, все как бы, все рабочее. Шнур. Шнур, кстати, куплен на Алиэкспрессе. Кому интересно, в общем, ссылки, естественно, будут все в описании под видео. И не только про этот шнур, между прочим, а я стараюсь оставлять как бы все вещи, которые использую на рыбалке. Вот, если их где-то можно купить, то, в общем, стараюсь оставлять ссылки. Потому что все равно куча вопросов всегда. Что за воблер, что за блесна, что за грузик, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мне проще оставить сразу на все. Так, ребят, по поводу вейдерс. Вот сейчас как раз раздеваюсь и хочу показать. Вот носок сухой. Здесь чуть влажно. Вот, здесь чуть влажно, но это не значит, что сами вейдерсы протекают. Это, ну, как бы вейдерсы ни при чем. Вот. Сухую погоду. Точнее, в более прохладную погоду ноги полностью сухие. То есть сейчас как довольно жарко, вот, поэтому, ну, тело потеет, тут никуда не денешься. Ноги влажные. Все, все сухое. Здесь чуть-чуть влажное. Так и должно быть.
Хоть это как бы и мембрана, да, но как бы все равно. То есть никакая мембрана вас, ребята, не спасет от того, что... Чуть-чуть вы будете влажные в жаркую погоду, это нормально. Вот сегодня холодная погода, вот я сейчас снимаю. Опа. Носок сухой, нога сухая, вообще не влажная. Вот. Снимаю этот. Носок сухой, нога сухая. Просто много вопросов постоянно задаете мне про эти вейдерсы. Как они? Отличные вейдерсы, короче. Ну, не это самое. Вот, обзор я на них делал. Живут они у меня уже очень долго. Так что могу лишь посоветовать. Дешевые китайские вейдерсы. Сам брал, думал, что максимум на сезон, а оказалось, уже несколько лет они у меня. Вот такие вот дела. А, ну ботинки только единственное, что вот, ну, то есть я так подклеиваю их тут периодически. Вот, шнурки, то, что я говорил, вот, ну, говенная. Потом тут что-то оторвалось. А, вот, вот эта фигня пластиковая оторвалась у меня. Тут тоже вот есть у них голова, у китайцев. Здесь все металлическое, здесь пластик. Зачем сделали пластиковый, непонятно. Вот, но если не обращать внимания на то, что как бы их можно, их нужно будет подклеивать, если не обращать внимания на то, что вот это все облупливается, как бы, да, и так далее, и так далее, то, в принципе, тоже как бы нормальные ботинки. Вот. Самое главное дешево. Ну, вот для меня, по крайней мере, это самое главное. Ну, это все, друзья. Рыбалочка подошла к концу. Пару дней я тут тусовал на этой точке. Вот, пытался поймать одну интересную рыбу, не получилось. Но вы об этом узнаете, как только я ее поймаю. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, всем, конечно, спасибо традиционно за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. И до встречи в новых выпусках. Всем пока!